Ребята, всем привет! С вами Конова Аня, проект Фаберлик Онлайн. И я продолжаю новинки каталога 5 2021 года, часть 2. Да? В первой части мы с вами поговорили больше о декоре и обо всем. И вот я вам забыла такую вот сумочку показать. Сумочка, кстати, классная, маленькая, хорошенькая, очень даже удобненькая. Особенно вот в дорогу все вот, вот таким сумочкам разложить, чтобы ничего не искать. А тут, как вы видите, есть такой вот кармашек. Да, такой вот он небольшой. Хорошенький, в общем-то, и такой цвет приятный, логотип Faberlic. Угу. Замочек тоже с логотипом Faberlic, цвет замочка черненький. Да, такая вот обычная, хорошенькая, маленькая косметичечка. Так, значит, размер у нее 14,5 на 8 на 6 сантиметров. Артикул 910-118. А такая косметичка у нас с вами будет дариться до 28 марта 2021 года. То есть она за первый свой заказ будет дариться. Смотрите, ребят, но нужно быть вновь зарегистрированным консультантом. Если у вас уже есть регистрационный номер, нельзя такую косметичку получить. Ее можно только купить. Вот, значит, тушь First Class. Обязательно на выбор матовая помада. Очень хорошо держится под масками. Это вообще мой must have. Когда я вечером гуляю, захожу куда-то в магазин, это прям обязательно. Я только эту помаду использую. И вот такая вот классная сумочка, симпатичная, согласитесь, да, классная. Ну, я думаю, шаги я вам тут вот покажу. До 28 марта осталось времени совсем чуть-чуть. Ссылка на регистрацию под видео. Также вы можете начать свой бизнес. Не забывайте об этом, что наш бизнес – это наше все. И сотрудничать с такой компанией, которая столько всего делает для мира, не только для себя, это здорово, да. Недавно, как вы знаете, открылся проект «Экострана», и компания свой пластик собирает на переработку. Это, во-первых. Во-вторых, посажено 10 миллионов деревьев. В-третьих, у нас шикарное руководство, которое жертвует в разные, да, то есть и деткам с ограниченными возможностями помогает, и одаренным деткам помогает. В общем-то, Faberlic – это классная страна добра, любви и всеобщего развития. Действительно здорово и классно. Вообще приятно работать в компании, которой гордишься. Я думаю, это здорово, ребят. Согласны со мной? Ну что ж, давайте перейдем к делу, а то 2 минуты все не о том говорю. Первая новинка прям в каталоге. На развороте, я думаю, каталог вы все уже видели. Это вот такая вот линейка с инкапсулированным мелатонином. Вот. Чем она хороша? Тем, что это инновация. И получается, что нас основе мелатонина и ароматической композиции улучшается качество сна, способствует регенерации кожи и бодрому пробуждению. Значит, впервые в косметике вообще Faberlic, я думаю, это нужно обязательно попробовать. Это сильнейший антиоксидант и естественное для организма вещество, которое регулирует цикл сон-бодрствования. Его важнейшая функция – это детокс и обновление кожи после активного дня. Он восстанавливает упругость, помогает сохранить тонус и эластичность кожи, а также ароматическая композиция с подтвержденной эффективностью улучшает качество сна и обязательно положительно воздействует на эмоциональное состояние, способствует быстрому засыпанию, спокойному сну и бодрому пробуждению. Это подтвердили 400 добровольцев в Великобритании при масштабном исследовании. Вот такая вот у нас с вами будет линеечка. Она пока еще не вся, да, то есть вот это скоро в продаже, вот это вот уже есть. И давайте смотреть. Значит, первое, что мы с вами увидим, это, если смотреть по порядку, расслабляющее крем-масло. Вот такая вот шикарная новиночка в очень красивой упаковочке. И он как раз идет как шелковистая текстура. Она дарит коже необходимое увлажнение и питание. Окутывает нежным ароматом и настраивает на самые-самые приятные сны. Итак, смотрите. Значит, это идет расслабляющее крем-масло для душа. Я еще подумала, что крем-масло это то, что мы наносим, намазываем на себя и так далее. Но нет, ребята, эта вещь, она оказывается пенится. И это такой вот гель для душа, очень даже классный. То есть мы наносим расслабляющее крем-масло для душа на влажное тело и массируем и смываем водой. То есть это такой вот мой, 2 в 1, то есть и ухаживает, и все. Ребят, что хочу сказать, очень у него яркий аромат.
прямо сильнее, чем сильнее среднего. Он прям бьет в нос этот аромат. Но мне лично этот аромат приятен, поэтому я как бы нормально к нему отнеслась. Вот, может быть, кому-то сильный такой вот аромат может не понравиться, и это будет нормально, это на любителя. Вот, значит, смотрите, артикул 26.14, 150 миллилитров. Я им помылась всего лишь пару раз, но уже чувствую, что действительно, да, слегка кожа увлажняется, вообще не пересушивается и становится более ухоженной. Мне не захотелось после этого использовать какие-то кремы, еще что-то, да, то есть он сам по себе действительно приятный, действительно он, получается, ухаживает немножечко за кожей. Вот, такая вот классная вещица. Далее мы с вами поговорим про еще два таких вот препарата, действительно шикарных. Я, потому что это все попробовала, и мне очень-очень понравилось, да. Значит, по порядку у нас идет ароматическая зубная паста, 50 миллилитров, она в меру термоядерная, то есть есть в ней немножечко такое сильно-сильно острое. А тут был защитная такая вот закрывашечка, но я ее, конечно же, вскрыла, мне захотелось почистить зубы, потестировать. Да, действительно, паста такая хорошая, она идет больше как гелевая, да, видите, обычная. А что мне в ней понравилось? Да, в принципе, все, хорошо пенится, хорошо чистит зубы, долго держит чистоту после, да, то есть после чистки зубов. Она идет 50 миллилитров, и она идет действительно для вечернего ухода, и у нее уже нет такого аромата, как у всей вот этой коллекции. Вот, на мой взгляд, это действительно вкусная, классная зубная паста. Тут есть какие-то катышки, скрабинки, такие легкие, еле-еле уловимые, которые можно почувствовать не пальцем, только языком. Вот, больше как она, мне кажется, идет такая вот гелевая, с какими-то, по-моему, так и блесточками даже. Так, давайте прям крупно-крупно я вам сделаю. Да, вот видите, какие-то вкрапинки, блесточки, конечно, тут имеются. Вот, и также она работает, пока мы спим, защищает зубы от кариеса. И вкус и аромат мяты с лавандой помогают быстро расслабиться после трудного дня. Артикул 26.70. Я, если честно, знаю вроде бы аромат лаванды, но я не особо ее ощутила, поэтому не буду вас обманывать. Но сама по себе паста необычная, мятная. Вот, скорее всего, там просто очень сильно невесомый аромат лаванды, и она просто вот такая среднемятная и очень приятная. Да, вот, мне понравилось, с удовольствием прям израсходую. Далее у нас с вами идет ночная маска. Вот, тут по-русски очень мало чего написано, неудобно, если честно. Значит, да, фейс крем — это на лицо крем, а фейс маска — это маска для лица, если я правильно поняла. Она идет 50 миллилитров. Ага, порвала упаковочка, такая вот идет, красиво очень будет на подарочек подарить. Упаковочка стеклянная, тяжеленькая такая, клевенькая. И это не просто маска, я ее не пробовала, сразу вам скажу почему. Ну, потому что слишком много продукции за 2 дня мне нужно испробовать, я просто вот не успела. Но я буду ее пробовать обязательно. Да, такая вот желешечка очень интересная, с пузырьками, с такими, да. Вот, давайте я вам прям близко-близко покажу. Такие вот тут пузыречки. А, давайте посмотрим с вами ее консистенцию. Хочу чистой кисточкой. Ну, вот все, вот она. Такая вот у нее консистенция. Что-то типа гельчика, да, видите, она лежит на кисточке, не отпадывает. Давайте же попробуем по руке ее разнести, да. Ну, разносится она великолепно. Все здорово и немножечко течет. Да, как видите, раз, убежала. Да, очень приятное ощущение. Конечно же, прохладно так. Запах сейчас. Запах тоже такой же сильный, как и у геля для душа. В общем-то, и у крема ночного тоже очень сильный запах. Вот, поэтому, кто не любит сильные запахи, ребят, я вам сочувствую, вам, может быть, и не подойдет эта линеечка. Поэтому, да, смотрите, да, то есть вот практически на все лицо, да, хватило бы, если бы мы это наносили действительно на лицо. Вот, смотрите, значит, эта маска, она идет как бы работает специально для ухода в ночное время. Гелевая текстура активно увлажняет, восстанавливает упругость кожи и нейтрализует свободные радикалы. Пока мы спим, кожа совершенствуется, и использовать ее надо 2-3 раза в неделю для усиления действия ночного крема. Артикул 26.71.
один. Смотрите, эта маска не требует смывания. Нужно круговыми движениями помассировать в течение 2 минут, нанести тонким слоем на очищенную кожу, и она не требует смывания. И при необходимости излишки средства нужно удалить ватным диском. Если, мало ли, что-то вот лишнее на своем лице вы обнаружите, если слой был слишком такой, да. Также маска быстро впитывается, не мешает комфортному сну. Так, восстанавливает упругость и нейтрализует свободные радикалы. В общем, мне масочка вот так на ощущение очень даже понравилась. Но, как вы видите, я нанесла толстый слой. Она пока что-то не думает впитываться, потому что я нанесла немножечко потолще. Но в некоторых местах ее уже нету. Да, действительно, она очень приятная. До сих пор чувствуется какая-то вот такая прохлада небольшая. В общем-то, да. Я прям довольна этой маской, буду ее расходовать и подробно о ней, конечно же, расскажу, ребят, уже в пустых баночках. Это, я думаю, важно протестировать эту маску 2-3 раза за неделю, а потом уже рассказать. Мне кажется, как раз на неделю ее и хватит. Артикул 2671. Ну, аромат, конечно, да, прям сильный. И вот, значит, ночной крем для лица. Наносила его 2 дня подряд. Я встаю с утра, кожа мягкая, классная, отдохнувшая, шикарная. И никаких нареканий продукту вообще нету абсолютно. Это обычный такой вот крем. В составе нет ни лопатки, ничего. Но у меня еще от океаном, да, лопаточка осталась. Я ее как-то вот не выкидывала. И получается, она у меня сохранилась. И из-за этого я спокойно могу пользоваться той предыдущей лопаточкой. Ну, сейчас я вам просто покажу действительно вот эту вот консистенцию. Давайте с вами посмотрим. Вот так вот, да, он реально такой раскатистый, легкий. Ну, в смысле раскатистый, я имела в виду, что очень легко разносится, но он плотноватый, да, потому что он все-таки ночной. Макияж нам не надо наносить, да, на эту маску, на этот крем получается ночной, и впитывается быстро. Запах тоже очень сильный, и слава богу, что он мне понравился, и что он мне действительно очень даже приятен. Консистенция тоже приятная, впиталось оно мгновенно, в отличие от маски. Ну, маска тоже уже, да, практически впиталась, насколько я смотрю. Ну, если был бы слой еще тоньше, не такой толстый, который я вам показала, да, конечно, это произошло бы и за минуту, а так вот минуты две впитывался. Итак, значит, вот этот ночной крем, да, он идет, как получается, укрепляет защитные свойства и запускает процессы восстановления кожи после светового дня и делает пробуждение бодрым. Очень хорошо смягчает лицо, светлеет, становится как-то ухоженнее, моложе, как будто светится изнутри. Приятно, понимаете, приятно пользоваться косметикой, которая действительно работает. Тоже стеклянная такая вот упаковочка, артикул 2615. В общем, ребят, буду тестировать и с огромным удовольствием вам потом продемонстрирую результат. Пока что эта линейка прям в сердце не попала. Она очень-очень приятная и очень хорошая. Далее давайте с вами обсудим вот такую вот косметику Dr. Cor. Ее будет много. Будет антиакне, вот это вот фиолетовое, да, будет для сухой кожи, а будет для кожи в период гормонального старения. Вот это, кстати, как? Скорее всего, тут, наверное, менопауза или что-то типа этого, да, гормональное старение. И для чувствительной кожи. Конечно же, я все эти кремы буду пробовать. Вот на данный момент у меня дочка заканчивает крем, и я не стала ее как бы беспокоить в этом плане. Я заказала для нее вот эту вот линеечку, но она сказала: мам, подожди, я сначала израсходую предыдущий. Потому что вот эту линейку, мне кажется, ее лучше всего начинать целиком. Значит, первая линейка, которая нам стала доступна, это антиакне от Dr. Cor. Так, смотрите, первое, что нам обещают в этой линейке, это то, что это тоже инновация Faberlic. Это первая косметика, созданная по принципам корнеотерапии, науки о здоровой коже. Значит, комплекс тут идет в составе, который нормализует гиперкератинизацию, новое слово, ребят, контролирует образование кожного сала, снижает пигментацию. И, значит, первое — это шейк лосьон антиакне. Мне сразу же стало интересно, что значит шейк. Да, он идет 100 мл. Значит, он идет двухфазный, но мы с вами не увидим, двухфазный он или нет. Его нужно, я так понимаю, сболтать перед применением. Значит, сочетание инновационного компонента. Тут идет и признанных лидеров в уходе за проблемной кожей оксида цинка и салициловой кислоты. Это скорая помощь для быстрого и эффективного избавления от прыщей. Артикул 0590. То есть, давайте с вами попробуем. Обычная крышечка.
защитка тут стояла, я ее сорвала, как вы понимаете. Так, значит, вот такой вот он, прям беленький-беленький, ребят. Да, показать вам немножечко, да. То есть такой вот прям белесенький, обычный. Запаха после меланина абсолютно не чувствую. На коже он очень такой комфортный, приятный. Значит, и он немножечко такой мятноватый, что ли, чувствуется, когда я протираю лицо, да, то чувствуется такое, такая прохлада, как будто бы я чем-то таким легким, мятным лицо протерла, да, то есть такое вот приятное ощущение возникает, и вот тут, в этом месте тоже, куда я капала, тоже такой же вот холодок, но он очень быстро проходит, и чувствуется, что какой-то процесс идет, он что-то там делает, работает, вот, артикул 0590. Так, дальше, что у нас идет, это мягкий гель для умывания, 150 миллилитров, такая большая упаковочка, у нас с вами недавно вышла линеечка N4W, и Катюшке вот именно эта линеечка понравилась, но опять-таки новый гельчик. Значит, гельчик идет такой вот прозрачный, да, ну немножечко тут есть какое-то количество пузырьков, еще что-то, да, то есть обычный такой вот гельчик. Значит, этот гель у нас с вами идет для того, чтобы очистить лицо, и он именно с формулой, которая сочетает деликатное очищение и увлажняющие компоненты в себе содержит, что позволяет удалять загрязнение и макияж без пересушивания и дискомфорта, потому что, ребят, часто ходит мнение, что жирная кожа, кожа с прыщами, то, что она вся воспаленная, что и так ей хватит увлажнения, потому что она жирная и воспаленная, да, то есть и получается ошибка, и прыщей бывает еще больше. Тут, конечно, идет два в одном. Артикул 0589, 379 рублей по цене каталога. Тоник 599 рублей по цене каталога. Такое недешевое удовольствие, я бы вам сказала. Так, на следующей страничке у нас с вами идет ночная антиакне маска для лица. Мы прям все это потом вам расскажем очень подробно. Как раз у меня Катюшка усыпалась, мы все в шоке, усыпалась резко. Ну, потому что праздники прошли, они с подружками всякие пиццы, всякую ерунду заказывали, да, то есть и не мудрено. Значит, ночная маска антиакне для лица, то есть она такая вот реально прям густенькая-густенькая. Ну, знаете, как мазь из аптеки. Прям да-да-да, как мазь из аптеки. Очень интересное у нее ощущение от нее. Да, тоже немножечко холодит. Какой-то процесс на руке пошел. Запаха абсолютно нет никакого, что приятно, да. И, значит, она идет именно как активное средство для кожи в период обострения акне. Наносится ежедневно перед сном на предварительно очищенную кожу лица, и не нужно ее смывать. Артикул 0593. Значит, она идет 50 мл, и очень даже густая, ее хватит надолго. Она помогает сократить существующие элементы акне и предотвратить появление новых. Уменьшает гиперкератинизацию и образование комедонов, регулирует работу сальных желез, сужает поры, способствует выравниванию рельефа тона кожи. Ну что ж, будем надеяться, что Катюшке поможет. Ну что-то она прям реально резко так бах, усыпалась, зацвела, и главное, спина у нее еще зацвела. Вот, пойдем еще анализы сдавать, что нам еще пропишут. Далее у нас идет крем антиакне для лица. Я так понимаю, если маску на ночь мы наносим в период обострения, то вот этот крем антиакне для лица мы наносим утром, да, значит, наносите тонким слоем на очищенную кожу утром и вечером. А, ну, можно и вечером, а можно его утром, а вечером маску, если совсем все с лицом плохо, да. Значит, ну что ж, посмотрим. Значит, эта серия разработана для ухода за жирной и проблемной кожей, а в любом возрасте, в том числе для людей, страдающих от маскне акне, вызванного длительным ношением масок и респираторов, да. То есть, ну, сейчас это, я тоже думаю, актуально. Так, значит, такой вот крем. Ну, он крем как крем, он уже не как мазь, да. Если ночная маска, она как мазь, да, такая вот аптечная по составу идет, то это уже, да, запах какой-то вот чувствуется сладковатый, но его практически нету. Это приятная очень штучка. Так, ну и последний
с вами посмотрим. Я его тоже вскрою. Это крем для лица от Постакне. Значит, Постакне у нас с вами, его нужно наносить тонким слоем на очищенную кожу утром и вечером. Значит, он уменьшает интенсивность покраснений, нормализует процессы. Вот, и тут смотрите, тесты. Снизилась интенсивность зуда на 53%, на 44% снизилась интенсивность шелушений, на 26% снизилась интенсивность покраснений. И крем антиакне локального действия. Вкратце сказать, если то... Он восполняет дефицит веществ и структур, которые присутствуют в роговом слое, что способствует дальнейшей регенерации более глубоких слоев кожи. Получается так. Вот, значит, восстанавливающее средство идет именно для кожи. Он нормализует процесс обновления эпидермиса, выравнивает тон и рельеф кожи, увлажняет кожу, нормализует гидролипидный баланс и улучшает внешний вид кожи, дарит ощущение комфорта. Ну и, конечно, постакне не дает вернуться назад всем какам-бякам, которые нас когда-либо беспокоили, да. Ну, это, я так понимаю, завершающий крем после вот этой всей линеечки, чтобы уже ничего не вернулось назад. Дальше, последний кремчик в этой линеечке, это крем антиакне локального действия. Он идет 15 мл. Мы его наносим точечно на проблемный участок кожи. Он такой, знаете, желтоватый немножечко, да. То есть, ну, совсем слегка желтоватый. Давайте еще раз выдавим. Да? То есть, вот вы видите, что он... Ой, камеру стукнуло, да, что он не совсем такой беленький. Вот, его нужно наносить именно, вот, получается, на какие-либо проблемы, которые есть, чтобы все уже заживало. Заживало. Двузначное такое слово, да? Вот. Его прям точечно на проблемные участки кожи. 0,592 артикул. Он именно для того, чтобы подсушить элементы акне, и препятствует образованию новых. Также препятствует гиперпигментации, закупориванию сальных желез, регулирует образование кожного сала, снижает локальную пигментацию и выравнивает тон кожи. То есть все, как бы, что делает основная линеечка. Вот такая вот классная линеечка, ребят. Можно сказать, что это космецевтика, никак не косметика, что это уходовые средства. Я их вообще как бы почитала. Такое ощущение, что я их приравниваю прям к аптечной линеечке. Она действительно суперская, классная. Вот. И у нас есть кому ее протестировать, это очень хорошо, поэтому ждите пустые баночки через месяц-полтора. Я думаю, мы с вами очень даже вернемся к этому делу.